Первую очередь Железногорского технопарка сдадут уже этой осенью. Ход его строительства проверил сегодня губернатор Красноярского края Виктор Толоконский. Эта промышленная площадка станет центром развития ядерных и космических технологий. Именно здесь будут производить материалы и комплектующие, необходимые для работы двух мощнейших предприятий – горно-химического комбината и завода информационной спутниковой системы. В проект промпарка вложили около 1 000 000 000 рублей из краевого федерального бюджета, а отдача от такой производительной площадки ожидается куда более значительной – порядка 3 000 000 000 ежегодно. Резиденты технопарка получат льготные условия аренды, налогообложения, а главное – гарантированный рынок сбыта. Первоочередные задачи, которые поставил губернатор перед городскими властями и строителями – найти предпринимателей, готовых организовать здесь промышленное производство и заняться благоустройством как самого объекта, так и города в целом. Особенно важно отремонтировать трассу, ведущую в Железногорск и внутригородских магистралей. Заняться этими вопросами пообещали уже эти летом. Промышленное производство – это все-таки культура, среда, это внешний такой имидж, потому что всегда современное производство ориентировано на глобальные рынки, на глобальных игроков этого рынка. И здесь требуется общая, очень высокая культура, очень высокая среда. Конечно, мне хочется видеть очень качественную городскую среду. Поэтому, конечно, ко всем будет, правительству будет поручение, ко всем ведомствам краевым на Железногорск обратить особое внимание в плане внешнего облика, благоустройства, содержания дорожно-транспортной сети.